старше, младше. Старше, да. Правда, я старше. Кстати, похоронил его 30 числа перед Новым годом. 23 ноября. Да и сам же тоже для хранения нахуй заработал, блядь, на пироне ебаный. Свои же, блядь, спину ебали. Свои же? Да. Когда я пошел... Я же надеюсь, не специально по ошибке. Думали, что укропы. А я с пацанами вышел 200-го задать. Пацанчиком. Они с пулемета нас, да, так расстреляли. Еще на завтра тоже, блядь, в Краснодоне круглый стол, блядь, с казаками, блядь, встречался. С этим же, с Марочкиным тоже, блядь. Опять придется водку хрена. Марочкин полковник. Ага. Ну, водяр он ебашит по самой не хочу, блядь. Это пипец, блядь. Не знаю, его пару раз видел. Не, мы с ним уже за столом с одним сидели. Я потом от него пересел. Мы документы сняли. Назад за одной. Он именно одну за одной нахуй наливает. Я пересел к другому, блин. Полковник сидит. Тоже начинает наливать одну за одной. Говорит, да не, ребята, говорю, все. Я с вами репить не собираюсь больше. Я говорю, ну вас нахуй, блин. Не выживешь. Ну да. Развернулся, командира забрал своего и на позицию сразу собрался. Он на меня уж такой, ну как ты трезвый, говорит, ты первый, говорит, стоишь, говорит, на смене. Говорю, говорю, вообще. Остальные отсыпаются. Ну да, говорю, да, говорю, вообще, говорит, херня, вопрос, говорит. Заработай. Да, у вас машину можно будет закурить? Нет.